Единая лига ВТБ требует закончить реконструкцию Ледового дворца «Кристалл» уже в октябре. Напомню, чтобы саратовский «Автодор» получил право играть в элите российского баскетбола, областные власти взяли на себя обязательство оборудовать в «Кристалле» современный баскетбольный зал на 5000 зрительских мест. Губернатор Валерий Радаев назвал сроком окончания реконструкции ноябрь. Между тем, Лига ВТБ настаивает на сроки 12 или 13 октября, сообщает федеральное агентство «Эрспорт». Если региональные власти не подтвердят эту дату, то шансы «Автодора» сыграть в престижной лиге резко сократятся. Между тем, президент «Автодора» Владимир Родионов заявил от «Артас», что гарантийное письмо саратовского губернатора имеется. Просто в Лиге ВТБ, цитирую, «его не могут найти». По словам Родионова, проблем с ареной нет. Стадиону нужен не капитальный, а косметический ремонт. Мы будем следить за развитием событий.